прием. Какую оценку дал действиям змеиногорских властей губернатор Виктор Томенко за оставшийся без воды и тепла город? Под напряжением в Барнауле детская горка расположена под высоковольтными проводами. Поддержим ребенка. Сколько ребятишек края получили надежду на полноценную жизнь? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вредительством назвал ситуацию в Змеиногорске губернатор Виктор Томенко. Из-за планового ремонта водопровода город почти двое суток оставался без воды и тепла. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Виталию Снесарю предоставить ему детальный рапорт о чрезвычайной ситуации. Надо в правоохранительные органы передать эти материалы все. Посмотреть, нет ли там оснований для того, чтобы возбуждать дело. Я по-другому не знаю, как с этим бороться. Вплоть до уголовной ответственности. Напомним, в ноябре на одной из улиц Змеиногорска начали менять 100 метров водопроводных сетей. Все это обернулось отключением воды, а затем и тепла, так как системы котельных опустели. Но любопытно, что контракт на эти ремонтные работы был заключен еще летом, а сроком их окончания значился сентябрь. Но завершили их по факту только в минувшие выходные. То после того, как история получила широкую огласку в СМИ, губернатор поручила выяснить, почему местные власти не предъявили претензий недобросовестному подрядчику и не ввели режим ЧС в начале осени. Опасный аттракцион. Именно так говорят барнаульцы о снежной горке, которая упирается в электрические провода. Склон нагребли на одной из оживленных улиц города. Инициативные горожане тут же рассказали об этом в соцсетях. Новость стала одной из самых обсуждаемых. Вот. Та самая горка, расположен холм неподалеку от Докучаевского рынка. По словам очевидцев, по следам очевидно, что горка – центр притяжения местной детворы. Как видите, на месте и провода. Судя по всему, снег сюда сгребли с соседних дворов. Как пишут комментаторы в интернете, несколько раз эти провода цепляли большегрузы, поэтому они провисли. А дети действительно любят поиграть на этой горке. Ну, может, уберут, вон там же начали убирать. Я надеюсь, уберут. А если нет? Ну, плохо. Негативно, потому что дети здесь лазят, горки нет, поэтому, конечно, только негативный отзыв об этом. Подробный материал на эту тему и другие истории из жилищно-коммунальной сферы смотрите сегодня вечером после выпуска новостей в рубрике «Коммунальный патруль». Но пока продолжим. Сегодня подвели итоги краевого благотворительного марафона «Поддержим ребенка». В этом году с помощью меценатов, организаций, просто неравнодушных людей удалось собрать более 13 миллионов рублей. Акция проходит в крае уже 9-й раз. Собранные средства направляют на оказание помощи тяжелобольным детям. Десятки алтайских ребятишек стали слышать благодаря приобретенным имплантам. Сотни малышей избавились от сердечно-сосудистых проблем. Дети с диагнозом ДЦП получили санаторно-курортное лечение Евпатории. Также были закуплены и переданы для лечения дорогостоящие медицинские препараты на несколько миллионов рублей для ребятишек, страдающих эпилепсией, ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями. Организаторы марафона сегодня официально поблагодарили всех участников, а детям подарили праздник и хорошее настроение. Подробнее о том, как благотворительный марафон «Поддержим ребенка» помог подарить детям и родителям надежду, расскажем в вечернем выпуске. Скорый электропоезд в отдаленный поселок Аламбай Заринского района будет теперь курсировать из Барнаула. Первые рейсы запланированы на 9 декабря. Поезд будет ходить ежедневно. Время в пути займет чуть более 3 часов. Электричку запускают по просьбам пассажиров. Отправление со станции Барнаул в 17:15. В пути электропоезд сделает 3 остановки на станциях Алтайская, Бешенцево, Шпагина. И далее проследует до станции Аламбай, куда прибывает в 20:24. Населенный пункт Аламбай находится в Заринском районе Алтайского края и относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей, где проживает чуть более 700 человек. Стоимость проезда составит 220 рублей, сообщают в Алтай-пригороде.
А в районах края теперь тоже можно посетить 3D-кинотеатры. 29 ноября современные залы откроют в Славгороде и райцентре Завьялово. Для этих нужд, как сообщают в пресс-центре правительства региона, переоборудовали местные дома культуры. Там провели ремонт, звукотехнические работы, установили новые кресла. Такие кинозалы будут вмещать около 300 человек. 5 муниципалитетам Славгороду, Заренску, райцентрам Родина, Романово и Завьялово выделено по 5 миллионов рублей на переоборудование. Часть расходов возьмут на себя районные бюджеты. Первое открытие пройдет в четверг. Еще 3 зала порадуют гостей премьерой до конца года. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Край обещает умеренную морозную погоду и почти повсеместно пройдет снег. До минус 8 градусов обещают в Бийске, Алейске и Рубцовске. Около 10 ниже 0 в Славгороде, Тальменке. В Барнауле днем около 8 мороза. Снег и юго-западный слабый ветер. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.